Що? Де ж вони всі? В машині. О, є? Бачу. Де ти? Бачу, начальник відділення безпечності. Тяний чувак заїхав, нашов жовтеньку машинку. Вот такая вот хрень. А где его дело? Скорой, оба. А? Оба в скорой, наверное. Что, и Коля? И... Наверное, больше не понимаю. Так а Колян откуда вышел? Коля сейчас на рации. Машине у нас сидит. По рации включил рацию. Ну я чу в рации. Включил рацию выше. А ну дай его. Вроде как бы в больничке вот этот чувак. Напротив 18-го магазина. Что там, просветитель? Абсорбер. А где абсорбер? Блядь, нихуя не видно, ебать. А что ты хочешь, клеммы смотреть? Да не, я хочу. Да, да, не откроешь ты. Все колено валяется с кровати. Ты уже поговорил? Кому? Все колено. Такси ехало. А вот это чудо, блин. На колени. Втаскалася на встречку, втаскалася, нашло його штраф. Це повністю втекти і задержи воду. Давай. Втихни. Втихни повністю, повну грудь воздуху. Набирай. Не хочу, я имею полное право. Ну, вы бачите, что? Ну, значит, на 2Б. Нам надо пройти, він там такий самий прибор на 2Б. Станьте чи збоку. Промілю потом покажете. Конечно, не наткнуть. Давайте, набирайте. Хорошо. Дуй. И ты тут, привет. Давай, тут.
Дуем, ще. Полную грудь воздуха надо набрать. Вы понимаете, можете вдихнуть. Вдихните и задержите дыхание. Когда я ставлю трубку вам в рот, тогда вы дыхаете медленно. Поняли? Давайте, сейчас придет это скоро. Давайте, набирайте полную грудь воздуха. Давай, дуем. Набирайте. Ше, дуем. Давайте, еще раз, набирайте полную грудь воздуха. Дуем. Сильнее. Есть. Дивись. Сколько там? Дай, чтобы по нему видно. Не, чтобы не стрелял никуда. Там быстрее. Там 27, это по-любому. 2,5 будет, это точно. Там в любом. Где Коля? В машине, может быть, привет. Мужики, послушайте внимательно. Фамилия Яременко, старший лейтенант. Объясняю, если есть ДТП, есть место правонарушения, то доступ сюда ограничен. Не можете полицейским сделать. Взять, кто не подчиняется, отвечает по закону. Очень плохо, очень больно. Мужики, помочь вы ничего не можете. Так, 78-70. Я отойду, может, так не видно две машины. Нет, я вижу машину, в чем проблема? Все, отходим, пожалуйста. Куда оформляться? Все. Оформляйте. Где проблема? Кто мешает? Скажите. Кто мешает? Объясни уже всем доступно, поняли все, один не понял. Я понимаю, хотите помочь? Там машина моя. Я не мешаю, я пришел, блядь, человек думает, так как я говорю. Я помогал вам. Еще раз повторяю. Вы просто начинаете. Я не начинаю, я сказал, как оно есть. Ничего лишнего. Мы всегда готовы, блядь, сотрудничать. Очень рад за это. Тогда помогите сотрудничать. Я еще, человека я помог. Василина, один. Чтоб не было там разных обстоятельств. Сила, если... Блин, не думаю. Правильно, вот это. С тобой. Конечно. Тоже. Конечно, мы из энтузиазма. Сосовость. Ты знаешь, мы жмут. Ну, аэропорт я играю. Отсюда и на аэропорт я завтра. Сотка, да? Хватит? Сотка, хватит? Ну, на аэропорт и сюда, да. Сейчас отхуле отвезу. Так, а мы разбежали. Что, блядь, крытый рынок, блядь, остался или что? А
Ёшка, вы замёрзли? Да, да, хорошо. Пишет, нет. Ну что это? А? Это ж не должно быть. Ты включи мигалку. Вперёд. Это вперёд убью. Давай, 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 давай. Вперёд убью. Место удара. Вперёд. Это под книга выстрелил. Нет, это ты вместе удар. Нет, к этому. На радио мотоцикла. Та що? Зачем вони тут? Зачем вони тут? Все явно. У Олега теж явно все. Європейський ринок. Остановочка.